Страшное преступление удалось раскрыть благодаря собаке, живущей на автостоянке в Нижнекамске. Однажды она пришла, держа в зубах человеческую руку. Останки расчлененного тела в десятке полиэтиленовых пакетах позже нашли закопанными в разных частях города. Затем вышли и на подозреваемого. Подробности у Лины Зинатулиной. Сперва не обратил внимания, потом на обход сходил. Увидит, что-то требует она. Подходит, рука тянется. Охранник гаражного кооператива, увидев, с чем играет собака, сразу вызвал полицию. Жуля нашла только один фрагмент. Следователи начали прочесывать ближайший лес. В глубине посадки в колодце обнаружили другие части тела. Нет больше? Да. Сколько пакетов было? 10 пакетов. В каждом часть тела человека. По отпечаткам пальцев удалось установить личность погибшего. Им оказался 46-летний нижнекамец, а его пропаже никто не заявлял. В страшном преступлении заподозрили его 63-летнего соседа. Как выяснили следователи, конфликт между мужчинами разгорелся во время распития алкоголя, когда спиртосодержащие жидкости заканчивались. Подозреваемый взял молоток и нанес по голове своего собутыльника 2 удара. Терпение закончилось. Так оправдывал свои действия подозреваемый во время допроса. Мужчины регулярно не находили общего языка. Что делать дальше, подозреваемый подчеркнул из книг. Чтобы скрыть следы преступления и начитавшись заранее книгу о маньяке, который расчленял тела, он решил повторить его судьбу, после чего он переложил уже умершее тело в ванную, расчленил на 10 кусков тело потерпевшего, после чего в ночное время те куски, которые не помещались уже в холодильник, он вынес в разные части города, где их захоронил. Возбуждено уголовное дело по статье убийства. Сегодня подозреваемого привезли в суд. Решался вопрос о мере пресечения. Мужчина свою вину признал полностью. За плечами богатый опыт жизни в заключении. Мера пресечения или заключение под стражей на 1 месяц, то есть до 31 июля 2018 года. До конца следствия подозреваемый останется под стражей. Алина Зинатульна, Алсу Арсланова, Евгений Лызаев, вызов 112.